Удачи, пока! Большинство девушек молчат. Друзья, это было для твоих. Эти люди знакомы друг с другом, объездили всю Россию и всю Восточную Европу с показательными выступлениями. Их имена знают фанаты стандрайдинга. По всей Европе, но в России точно. Former Rocket Cancer, Юрий Лиховников, oh my god. Ну и так далее, говорят все западные комментаторы. Каждое движение отточено годами. У них в шлемах интеркум, микрофоны. Дальше колесо, колесо, красота. Элитарное рукопожатие. Держим-то. Расцепились. Один за одним. Поверьте, как выглядит это столь легко и непринужденно, как будто ничего не запланировано. И это движение, это их фирменный танец. Отработанный годами. Гриш Талдыкин вместе с Антоном Эдовым сейчас. Тоже два друга. Ну, живут они в разных номерах, конечно, здесь ночуют. Но два друга, ничего. Иногда выручают друг друга, занимают денег. Вот, например, микрофон. Вот этот не мой сейчас, а надо бы купить мой уже. Смотрите на скорость прохождения Гриши Талдыкина. Абсолютно буквально замер в воздухе. Стоит Антон Волков из «Отводных руки». Потом удиви его партнера. Гришка, тебе аплодисменты от всех, кто рядом не слышал, что они есть. 20-летней давности. Сейчас будет ли касание да Винчи? Да, 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 есть оно. Кажется вам это очень легко и непринужденно, но поверьте, сколько лет это ребята еще в Москве, когда ПМТ Мото находились, в то далекое время, когда еще находились в Москве, сколько часов в день эти парни отдают на тренировки, не один, не по 5 часов. Не уходя с асфальта, и все для того, чтобы показать свое мастерство. Вот здесь все. Голоса у Тёмыча нету. Хотите вторые сутки здесь? Отдаю свои легкие гланды ради этих парней. Значит, Станзин, потом в золотом составе, великолепная четверка. Без бродаря. Интересно, что же сейчас будет? Неужели хватит за стоп? Застынет. Волка вокруг него. Все это правильно у нас происходит при поддержке Европа плюс Сочи. Спасибо большое нашим информационным партнерам. Спасибо большое Олимпийскому парку Сочи. Автодрому. За предоставленную площадку. Спасибо зрителям, которые вторые сутки вместе с нами разделяют радость стандрайдинга. Спасибо вам. Спасибо, конечно же, школе ПРТ МОТО за тренировочную базу для Legend Stantin, которая находится здесь недалеко напротив отеля Веретинский. Гоняйте проходит на великолепной технике, мототехнике BMW. Два байка стоят в дальнем углу, можно поближе игру смотреть. Это просто воплощение самых смелых мужских фантазий в плане байка. Строение. Тем временем Антон Волков на вилле, на стоп-режиме. Накручивая.
не знаю, сколько оборотов он уже сделал. Дайте двое суток. Юлька Верховника, берегу свою сумму соку на голове. Немножко вызволяет свое пройтан прошлое. Сюда на байк. Только на голове. Снова приземлился. Красавец. Красавец. Поклон тебе за это, один из немногих личностей в России, кто может выполнять этот трюк. Юлька Верховника, по-моему, если за ней красные режимы, которых он добивается на столь сковорных площадках, то только Юлий Верховников выдается выше максимум по скорости. Ну и дрифтинг, это точно. Когда-то на кого-то. Откройте свои глаза пошире. Первый четверной танец Лешинстан-тим. И штаны, и накладники. Просто насладитесь действом. А почему какая-то тишина? Почему какая-то тишина? Почему все сдали, ребят? Поаплодируйте, сомкните свои ладони! Поаплодируйте ребятам! Отдайте свои голоса! Вот, только ради этого они здесь! Молодцы! Всем тем, кто аплодирует! Низкий поклон, плюс 5 баллов в карме! Тем, кто не аплодирует, минус 5! Сейчас будет синхронная напрыжка! Готовились! Чет! И все остались на переднем колесе! Слишком наклонок немножко! Ну, перегрелась техника, почему на такой жаре? Но кто бежит здесь сейчас подряд? Свитчбэк! Спиной вперед! Двигается! Вот эта техника! Мне я фанат! Я фанат вот того, что сейчас происходит. Это синхронный танец фишбэк и Юра Верховников. Да, красота! Я не понимаю, но в этом есть какая-то магия в том, что происходит, скорость и прохождение. Аплодисменты и Юрию Верховникову! И Антону Волкову за этот танец! Южный, горячий, с гостеприимного Сочи!